подряд был в больших горах, и второй этап подряд мы с вами были с самого старта и до самого финиша. Сегодня большая премьера, сегодня новая гора. Сначала классический маршрут, уж сколько раз дорога приводила на Сан-Лоренсо, на Коверторию и на Кордаль. Но ответвление на Коммунитейру, которое, к тому же, еще и мы обнаружили, очень неплохо переасфальтировали и закрыли те бетонные участки, которые были очень грубыми, с насечкой, и по которым на такой усталости вообще не знаю, как бы ехалось. Ну, вот решили отремонтировать под Вуэльту. Я думаю, что зрелище это никому не испортило. Не отрыв, а просто считайте, треть группы уехала. Этого было слишком много, наверное. Процесс формирования этого отрыва был нелинейным. Вы видите, что Сторр, который в конечном итоге едва не выиграл свой третий этап, был агрессивен в самых первых метрах дистанции, собирая, кроме того, и горные очки на Сан-Лоренсо, одной из самых известных здешних гор. Он начал приближаться к Роману Барде, а Барде рассчитывал на позднюю атаку, отсиживался за очками, не охотился. Двумя ключевыми гонщиками атаковала DSM и, надо сказать, неплохо преуспела до определенного момента. Ну а когда в отрыве 30 с лишним человек, это, конечно, слишком много, и в итоге их взаимодействие не было налажено, и Сторр, уйдя очень заранее в одиночку, хотя уже один раз такой номер проходил, теперь, в том числе из-за того, что была достаточно длинная долина, и он, кстати говоря, не подпускал даже основную группу, ведомую несколькими сильными спортсменами, было более-менее понятно, что рано или поздно его подберут. И поэтому все должно решиться на Коммунитейру, все должно решиться на самом крутом участке этой горы в том числе. Появлялись и те гонщики, которые обычно основную группу не разбирают. Хир, например, впервые за очень долгое время показал, почему он неоднократно побеждал на Кицбюллер-Хорне, где похожая геометрия восхождения. Сторр подбирает Делакрус, подбирает и уходит быстро в одиночку. Делакрус в начальной фазе этой горы был, что и говорит, самым быстрым. Но его преимущество все-таки было незначительным, и его атаки не испугались, понимая, что три последних километра — это совсем вертикаль. И вот на этой совсем вертикали атаковал, ну даже причем не на ней, а на последнем более-менее пологом участке, добавил Мигель Анхель Лопес. Поймать начало атаки никому не удалось, да никто даже не попытался. Настолько все были вымотаны. Он настигает каталонца, проезжает его не глядя, вот как раз на том последнем относительно пологом участке, и продолжает штурмовать последние 2 километра, не подпуская. Несколько атак, несмотря на усталость после вчерашнего этапа, который он провел в отрыве. Иган Берналь попробовал сегодня. И Роглич был внимателен, он ловил его атаки. Берналь и Мигелито стали самыми агрессивными в конце. Мигелито приобрел победу. Берналь приобрел славу, которая у него и так не маленькая. Вот так вот выглядит десятка сильнейших в преддверии.